Уважаемые коллеги, дорогой модератор, спасибо за приглашение, спасибо за возможность здесь высказаться. Я абсолютно согласна с тем, что только что прозвучало. Мне кажется, что тот угол, через который мы должны воспринимать обсуждаемую нами проблему, тот аспект, который выстраивает логически все то, о чем мы хотим говорить, это права человека, их нарушение и восстановление этих нарушенных прав. 24 июня этого года Совет по правам человека провел специальное заседание, посвященное системе психоневрологических интернатов. Это было очень большое масштабное мероприятие, на котором присутствовали представители федеральных органов государственной власти, профильных ключевых министерств и ведомств. На нем были представители администрации президента, на нем были представители Генеральной прокуратуры, и на нем было широко представлено экспертное сообщество, руководители и работники МКО, которые взаимодействуют с психоневрологическими интернатами, организуют там волонтерскую помощь, организуют обучение, которые годами и десятилетиями пытаются сделать эту систему более человечной. По итогам нашего спецзаседания были приняты рекомендации. Я очень советую всем, кто в этом заинтересован, с ними ознакомиться, они есть на сайте Совета. Какая ключевая мысль нами была вынесена? Сама система психоневрологических интернатов выстроена таким образом, что внутри нее происходит систематическое нарушение базовых основных прав человека. Речь не идет о перегибах на местах, речь не идет об эксцессах исполнителей, речь не идет даже о недостатке финансирования или кадровой необеспеченности. Речь идет о том, что контур этой системы таков, что внутри нее права человека соблюдаться не могут. О каких правах мы говорим? Мы говорим о самых базовых основных правах. О праве на жизнь, о праве на медицинскую помощь, о праве на личное достоинство и личное пространство, о свободе передвижения, о праве на труд. Что именно в системе психоневрологических интернатов создает вот эту нетерпимую ситуацию? Ситуацию, которая была признана всеми участниками нетерпимой, то есть такой, с которой мы не готовы дальше вместе жить. Что там не так? Это прежде всего массовость и унификация, это монополизация, это закрытость. Вот это те ключевые точки, которые создают ситуацию нарушения прав и раскрутив, которые, скажем так, мы можем получить ситуацию более терпимую. Еще в одном я соглашусь с нашим модератором, речь идет о системе, которая не может быть ликвидирована или радикально реформирована завтра. Речь идет о сотнях тысяч наших сограждан вместе с родственниками, членами семьи, это сотни тысяч человек, чья жизнь, ежедневное существование связано с ПНИ. Мы не закроем их завтра, мы не закроем их к концу года, поэтому я бы тоже просила иметь в виду этот момент. Мы говорим о действительно довольно ужасных вещах, поэтому хочется сказать, что давайте немедленно все это прекратим. Но это не может быть прекращено немедленно. Я бы ратовала тут за поэтапную программу или дорожную карту улучшения ситуации. В этом смысле название нашего трека мне не очень сильно нравится, потому что мне бы хотелось говорить не о развитии системы психоневрологических интернатов, а о реформировании и, как написано в рекомендациях Совета, о ее поэтапной ликвидации. Что нам представляется наиболее значимым? Здесь люди присутствуют, которые гораздо больше, чем я, понимают в этой проблематике, гораздо больше с ней работают. Они будут говорить подробнее и детальнее. Мне хотелось бы обозначить действительно вот эти вот ключевые места. Во-первых, массовые, большие заведения на сотни или тысячи человек должны смениться более камерными, скажем так, учреждениями, в которых должны оставаться только те люди, которые не могут проживать ни самостоятельно, ни даже в условиях сопровождаемого проживания. Развитие системы сопровождаемого проживания – это реалистическая альтернатива вот этим вот массовым учреждениям, как они называются, больничного типа, но те, кто там был, скорее всего, считать их учреждениями тюремного типа. Еще раз повторю, речь не идет о том, что там работают или руководят ими какие-то злодеи. Речь идет о том, что в условиях вот этого корпуса с коридорами, с палатами на несколько сотен человек невозможна организация никаких человеческих условий. На самом деле, вообще не надо организовывать человеческие условия, они сами возникают, если люди
предоставить минимальную свободу. Система сопровождаемого проживания должна быть введена в законодательство Российской Федерации. Второе, что нам представляется крайне важным, это расшивка вот этой вот ситуации монополизации и закрытости. У нас есть поручение президента, которое велит нам решить проблему конфликта интересов в ПНИ. В чем конфликт интересов? Он состоит в том, что поставщик услуг является одновременно и законным представителем получателя услуг. Это невозможно. Таким образом не может осуществляться никакой контроль. Поэтому важнейшим моментом предлагаемой нами реформы является принятие закона о распределенной опеке. Об этом много говорилось на специальном заседании СПЧ, об этом будет говориться и на нашей с вами сегодняшней встрече, но я хочу отметить, опять же, те вещи, которые мне представляются важными и необходимыми. Законопроект о распределенной опеке был внесен в Думу в 2016 году, был принят в первом чтении, и с тех пор никак не может никто его продвинуть. Более того, у нас есть тревожащая нас информация о том, что подготовленный пакет поправок второго чтения законопроекта фактически уничтожает его суть. В чем эта суть и почему она не должна быть уничтожена? Распределенная опека предполагает распределение ответственности. Она предполагает введение в законодательство возможности назначения нескольких опекунов для человека, полностью или частично лишенного дееспособности. Сейчас таким опекуном для человека, находящегося в интернате, является директор интерната. Это, еще раз повторю, конфликт интересов. Это та самая монополизация, которая открывает богатейшее, широчайшее пространство для злоупотреблений. Это, кстати, в том числе и злоупотребления, связанные с имущественными правами. Мы об этом реже говорим. Но, тем не менее, у тех людей, которые лишаются дееспособности, у них есть собственность, у них есть имущество, у них участие есть. Недвижимость – все это страшная, совершенно серая зона, в которых происходят очень нехорошие вещи. Опять же, не потому что все злодеи, а потому что есть такая возможность. Так вот, институт распределенной опеки позволит нам иметь нескольких опекунов, распределяющих ответственность между собой. Мы должны добиться того, чтобы этими опекунами могли быть и физические лица, и НКО. Давайте еще раз мы об этом скажем. Я думаю, что не в последний раз это звучит сегодня, но это должно прозвучать. Почему в таком ужасе живут родители детей инвалидов? Потому что они представляют себе, что после их смерти, или когда они не смогут ухаживать за своим ребенком, ребенок попадет в учреждение, он уже может быть не ребенком, он уже может быть давно совершеннолетним, тем не менее достаточно беспомощным. И в это учреждение уже не будет ходу никому. При этом найти физическое лицо, не родителя, который согласится взять на себя полностью ответственность за инвалида, довольно трудно. Это не такой частый случай. При этом взять на себя частичную ответственность будет больше желающих. Если плюс к этому еще некоммерческая организация или приход, я хочу напомнить, что нашим значимым союзником в борьбе за закон о распределенной опеке является Русская православная церковь. Так вот, если такого рода институции смогут быть частичными опекунами, у людей, лишенных дееспособности, появляется шанс на то, что они не будут до такой степени во власти одного человека, который одновременно, еще раз повторю, и их законный представитель, и распоряжается их имуществом и собственностью, и деньгами, и поставляет им, собственно говоря, эти услуги. Таким образом, вот эти вот ключевые точки, борьба с, скажем так, постепенный отход от массовых унификационных учреждений, переход на систему сопровождаемого проживания или на жизнь в малых группах, при этом внутри, как требует Конвенция по правам инвалидов, ратифицированная Российской Федерацией, внутри, скажем так, существующей социальной живой среды, а не где-то в лесу и в поле. Это первое. Значит, далее это большая открытость и прозрачность этих учреждений уже сейчас, возможность доступа в них волонтеров, независимой экспертизы, и это принятие закона о распределенной опеке, которое позволит людям, лишенным полностью или частично дееспособности, больше даст им шанс защищать свои права. Это самые, еще раз повторю, такие общие обозначения того, что, я уверена, более подробно будет изложено в выступлениях других участников нашего трека. Но, завершая свою часть,
сказать, что мы смотрим на эту проблему через призму прав человека, потому что мы знаем, что общая ситуация с правами человека в социуме измеряется как скорость каравана по скорости самого медленного верблюда, по тому, насколько защищены и обеспечены права самых беззащитных, самых бесправных, самых, как часто может показаться, никому не нужных. Так как можно с ними, довольно скоро становится можно и со всеми остальными. Поэтому если мы здесь эту нижнюю границу установим на неком уровне, ниже которого опускаться нельзя, то мы поможем не только тем, кому мы непосредственно поможем, мы очень сильно оздоровим климат во всем нашем